у меня не так много времени, поэтому мы не будем каждый ингредиент разбирать по там составам и так далее, да, то есть в общей сложности хочу вам сказать, что это действительно работающий, действительно уникальный продукт по составу, потому что я сравнивала, и на самом деле на рынке косметологии, ну, много предложений подобных, да, но они не содержат вот действительно вот этой концентрации и вот этого состава в общем. То есть можно взять несколько отдельных продуктов, которые, да, в итоге будут выполнять такие же функции, но в одном продукте действительно нет ни одного продукта на рынке. Об уникальных продуктах этого, уникальных свойствах, да, это основное, да, это гиалуроновые пептиды, это гиалуроновая кислота, пептиды-коллагены, ценная медь, да, там, цинк, витамины. Вообще, как бы, для чего это надо? У меня в основном, конечно, ко мне приходят за процедурами внешними, да, хотят быстро получить результат, то есть это инъекционные процедуры, больше всего практикую. Мы действительно получаем результат, но мы получаем результат внешний на короткий период. Например, если мы делаем процедуру для лица, да, для кожи лица, то мы получаем результат на коже лица. Остальное все там закрывается одеждой, да, либо там массажи, там все что угодно, да. Но изнутри это не работает. То же самое, там те же массажи, да, они работают, но не так глубоко, как хотелось бы. И это достаточно короткий период. То есть надо делать это постоянно. Обязательно, то есть те, кто думают, что они делают процедуры внешние, этого будет достаточно, это большое заблуждение, я всегда об этом говорю. До этого я не скрою, допустим, я покупала подобные продукты там на iHerb, коллаген питьевой, да, но он не содержит такого количества, как здесь, и он не содержит витамины, экстракты ценных растений и так далее, да, поэтому, конечно же, я перешла сейчас на этот продукт. Быстренько пробегусь по составу, очень быстро, да, потому что он действительно очень хороший. Коллагены и пептидов, 2,5 грамма. Концентрация, ну, просто мощнейшая, да. Коллагены – это соединительная ткань, это морщины наши, это влага в тканях, это суставы, в конце концов. То есть это не только красота, это и здоровье. Все, кто, ну, я знаю, просто мы, у нас есть чаты клиентские, партнерские, все, кто уже начал принимать этот продукт, отмечают не только улучшение внешнее, но именно по здоровью, это мега важно, да, у кого вот из родных есть проблемы с суставами, это работает, у меня у мамы, да, я ей до этого Freedom она пила, капсулы там потом пропали, да, как только Freedom, сейчас вот этот капли мы пьем, и хорошие действительно результаты. Гиалуроновая кислота – это мощное увлажнение для кожи, для дермы, для всех органов. Вы знаете, что у нас организм в основном, да, по большей части состоит из воды. И одна молекула гиалуроновой кислоты в составе, в состоянии удерживать до 6000 молекул воды. То есть, понимаете, да, насколько это мощно? То есть все, что, ну, вы все знают, да, что надо пить воду. Все, кто на ПП был, на правильном питании и так далее. Да? То есть это жизнь нашего организма, это жизнь, это питание клетки. Так вот, гиалуроновая кислота позволяет удерживать эту воду в организме, но не удерживать за счет отеков, да, а для того, чтобы организм мог хорошо функционировать. Цинк. И цинк, и медь – это микроэлементы, которые не вырабатываются организмом, но они очень важны для жизнедеятельности организма. Медь участвует, например, в процессах пигментации. У нас с каждым годом количество ко мне обращений по проблеме с пигментацией, с гиперпигментацией увеличивается. Причем солнце более активно, и это более рано. Если раньше это было с наступлением лета, то сейчас с первыми лучиками там, весной солнышко, да, появляется на лице пигментация. Это кроме того, что на лице пигментация, это также и участвует в обменных процессах, то есть раннее поседение. Это препятствует раннему поседению медь. Дальше цинк. Цинк это вообще вот в дерматологии это мега важный микроэлемент. Возьмите на заметку вы и для своих там, клиентов, да, у кого есть проблемы с кожей, то есть высыпание, также у кого есть избыточное выделение кожного сала, себума, то есть жирная кожа. Цинк участвует в регулятивных, да, функциях выделения кожного сала. То есть кожное сало уменьшается, естественно, будет уменьшаться пора, сужаться, да, расширенная пора, уменьшается, ну,
высыпание и так далее. То есть это обязательно. Потому что я не дерматолог, у нас, ну, у нас в коллективе мой соучредитель, да, он дерматолог, он назначает всем пациентам, кто обращается с этой проблемой, цинк. У нас цинк, кроме капли, содержится также в цистусе, в капсулах цистус, в достаточном количестве. Так, ну и витамины. 9 высокоэффективных витаминов. Причем они подобраны таким образом, что они содержат, то есть наши капли содержат суточную, дневную необходимую норму для взрослого организма в этих витаминах. Это витамин А. Витамин А в 75%, не 100%, потому что мы остальное добираем с едой, с пищей. Витамин Е, витамин С, суточная норма. В6, В12, биотин для волос. Кстати, все, кто знает меня там со школы, с института, вот кого я встречаю, говорит, что у тебя с волосами? У меня всегда был очень тонкий, жидкий волос. Я никогда не носила длинные волосы. Вот честно говорю. Я все-таки это отношу к применению наших продуктов. Ну, раньше не было капли, думаю, сейчас будет еще лучше, да? Вот. Потом, что рибофлавин содержится, то есть это те ценные витамины, которые, ну, прям жизненно необходимы. Витамин С. Витамин С вообще участвует во всех окислительных процессах, и он как проводник для других витаминов, для того, чтобы они усваивались. Кроме того, это вот такой активный комплекс, который нам необходим, да? Есть превентивный или как бы комплекс, так называемый, профилактический, да, он состоит из экстрактов ценных растений. Это алоэ вера, ну, мы все знаем, потому что с алоэ верой мы каждый день, да, встречаемся. Красный апельсин, лохина, это синенький такой, я постоянно забываю. Голубика, да. Да, это голубика, хотя тут черники, немножко некорректно, да, перевели. Радиола розовая, зеленый чай. Также содержится в небольшом количестве кофеин для бодрости духа. Вот. Помимо заявленных 5 функций, почему называется 5 в 1? Помимо заявленных 5 функций, это красота волос, ногтей, кожа, внешний вид, фигура. Фигура заявляет, что там на 100% работает на уменьшение целлюлита. Вот, девочки, все, кто пьет, это правда. Это правда. Более того, позволяет снижать вес. Вот я лично на себе это заметила, потому что там у меня там вот, я не могу сказать, что у меня есть прям проблемы с лишним весом, да? Ну, вот есть там мои 2 килограмма, которые постоянно гуляют, я их никогда не могла скинуть. Была в отпуске, ел инклюзив, наела 4. И приехала, пока еще войду в колею, начала пить, потому что сразу же получила заказ. 5 дней я пропила, стою на весы, 48 килограмм. Это мой вес уже там на протяжении, наверное, около 20 лет. Ну, плюс-минус 2 килограмма. Я удивилась, потому что, ну, я не прилагала к этому вообще никаких усилий. А почему я так? Я посмотрела на свое зеркало утром, думаю, мне кажется, что я похудела. Вот, стала на весы, это таки, да, правда. Это, ну, огромный плюс, просто огромный бонус к употреблению нашего продукта. Ну, плюс подтяжка кожи. Кожа становится сильно более упругая, более такая налитая, там, формы приобретает. То есть я не вижу ни одного минуса в употреблении этого продукта. Единственное, что, конечно, не рекомендуется детям, беременным и кормящим. Ну, собственно, не потому, что он плохой, а потому, что на них не проводятся клинические исследования. Ну, я думаю, что для них есть более не такие концентрированные продукты, как это. Ну, в общем-то, вот. Если я бы хотела пригласить на эту сцену тех людей, которые, ну, человек 5, давайте, не больше, которые уже пьют каплю и есть чем поделиться результатами своими. Есть такие желающие? Приходите, приходите, не стесняйтесь, есть возможность постоять на сцене. Самые три храбры уже пошли, да? Еще 2 человека. А есть мужчины, которые хотят поделиться? Еще 1. Да я вот сейчас тебя послушал, думаю, может, мне тоже попить? А, мужчина, кстати... Нет, ну целлюлита у меня нет пока. Мужчинам он тоже нужен. Там есть целлюлит. Да, там есть... Ну, кстати, у мужчин тоже есть целлюлит. В каком месте? Ну, вот животики часто. Крылышки, так называемые. Да. И, кстати, растяжки у мужчин часто встречаются у спортсменов. Не знаю, я спортсмен, но у меня нет растяжек. Но я еще не рожал. Спортсмены, я и этим занимался. Нет, нечего уговаривать, не хочет к нам идти, не надо. Ну что, девочки, делитесь. Добрый день. У меня результат у моей мамы. Она, ну, не ходит еще с палочкой, но ходит плохо. Была на мне в гостях 7 дней коллагена. Утром встала, говорит,
Причем я хочу сказать, что это была первая информация, которая к нам дошла из Европы. Мы еще тут не очень знали, что это такое капля и как с ней. Но первая информация, которая дошла из Европы к нам, что очень хорошо влияет на суставы эликсир. В первую очередь, казалось бы, где горло и желудок, где суставы. Но он доходит очень быстро и работает. Да. Меня зовут Анна Рубрика, провизор и фельдшер. В общем, 15-й день сегодня приема капли. Чувствую бодрость основное, что заметила. Усилились обменные процессы, ну, кто меня понимает. То есть я чувствую прям на глазах худею. Я знаю, как это объяснить, да, вес. Ну, помимо того, что мы пили, принимаем алоэ про баланс, ну, постоянно, каждый день, то эти капли эликсир, ну, просто действуют фантастически. Не знаю, как это объяснить пока, но очень приятно. Спасибо. Я говорю тоже. Сейчас включу просто. У меня тоже сегодня 15-й день приема. Я, как уже сказала, это сексуальный для меня теперь продукт, потому что хочется смотреть на себя в зеркало. Антицеллюлитный эффект, настроение и минус 1,5 килограмма за 2 недели. Ну вот, то, что я заметила, я тоже, кстати, не взвешивалась специально, как сегодня проснулась, и мне прям захотелось, потому что ощущение, что увеличивается действительно обмен веществ, то есть разгоняется обмен веществ. Я почитала состав, именно эти витамины именно с этой стороны. Действительно ли они работают на метаболизм? Да, это так. То есть это такой дополнительный бонус. Мы о нем почти всего говорим, но он не стоял. Здравствуйте, меня зовут Ирина. У меня результат – это больше упругая кожа стала, так как мне физически я не могу заниматься спортом, не бегать, вот, разве что немного быстро ходить, да? Вот, но по результатам это упругая кожа, то есть уходит подкожный жир, и целлюлит становится меньше. Вот, пока по весу не могу сказать, весы сломались, поэтому не могу весить. Я уже сказала свои результаты, у меня за 5 дней минус 2 килограмма. Вот. Ну, я, в принципе, всегда чувствую себя бодрым, что некогда, собственно, там хандрить. Но мне он нравится еще по вкусу. Он реально очень вкусный и удобный. Для меня, который очень такой плотный график, я забываю, например, вовремя про баланс выпить, вот, вспомнила бузина. То это я не забываю. Всегда я поела, я выехала на работу, я доехала, выпила коллаген, и вот дальше работаю. Он вкусный, он удобный в применении, его не надо там по часам и так далее. Вот для меня это тоже огромное удобство. Говорим прямой эфир из душа. Добрый день, Елена Ртинская. Я начала пить 20, не помню какого, января. Сейчас я пью вторую коробку. И, вы знаете, с первого дня я не ожидала очень быстрых, на самом деле, результатов, потому что я понимаю, что кожа и все остальное – это, ну, все-таки результат, который должен быть растянут по времени, да, не может быть там, ну, во всяком случае, я не верила в то, что там может целлюлит уйти через месяц и так далее. Поэтому я, на самом деле, даже не сфотографировалась, хотя всем очень рекомендую, и фотографироваться очень близко, на очень качественную камеру, это нужно просто даже для вас. И первый мой результат, вот буквально с первой капсулы, я почувствовала какую-то невероятную энергию. Я ее выпила вечером, хотя рекомендуют утром, но я посчитала, что ничего страшного, я проверю на себе. Была энергия, но спала я нормально, то есть пила ее в 7 часов вечера. И потом эта энергия сопровождала меня все время, после каждой капсулы, и я не могла дать ей определение. Я пью Mindmaster, это один из моих любимых продуктов, и в порошке, и жидкий, то есть энергия была другая. И где-то через 3 недели только я нашла определение этому состоянию. Знаете, повышается эмоциональный фон, то есть у вас не просто энергия, потому что вот как от Майдмастера, там вы перестаете зевать, а те же проблемы, те же задачи в течение дня, но у вас это вроде как бы вам это фиолетово. То есть у вас повышенный эмоциональный фон и состояние влюбленности.
Вот реально состояние, как будто вы влюбились. Эти люди, которые принимают капсулу, они светятся изнутри. Смотрите на нас, кто стоит на сцене. Мы реально, я сейчас просто смотрю, все это лампочки стоят, ну правда. Да, и вот на это именно состояние приглашайте людей, когда вы предлагаете этот продукт попробовать. У меня за месяц минус 2 килограмма, хотя я была тоже в дорогах и совсем не соблюдала никакой режим абсолютно. Это, ну, случайно как-то 2 килограмма. Ну и плюс я жду уже в середине первого месяца, я все-таки себе сделала фотографии, так как начала вторую каплю пить, вторую коробку, я все-таки после нее, естественно, сфотографируюсь и ожидаю. По подтяжке, по общему контурингу, скажем так, тела, я как бы вижу, да, что происходит подтяжка, и мне, так как я первый месяц все время в сторисах, каждый день я выставляла сторис, что я пью капсулу, какой день сегодня, мне под конец месяца, где-то уже после 20-го дня, начали люди, которые отслеживают, незнакомые люди, писать, что реально видно по тебе, что, ну, каждый сам себя видит в зеркало же каждый день, да, и сложно увидеть это. А люди со стороны говорят, что видно, как будто кожа стала другая, вот как будто напитана она. Я, честно, я этого пока не вижу, но вот по общему виду, да, есть. Я сказала, что 6 этих удерживала одна штука, 6 воды, да? Это наполнение. Наполнение, вот и получается, да, за счет этого, наверное, я теперь поняла, почему. Увлажненность. Да, увлажненность появляется. Сияние, увлажнение. Вот, у кого бизнес будет развиваться, у того, кто является продуктом продукта, как нам рассказать про каплю, легче гораздо, чем тем, кто ее не использует, правда? Ну, потому что мы уже имеем какие-то первые результаты. Я могу сказать, вот мы, наверное, все как специально нарушали правила еды или что, я не знаю. Я в этот момент, я тоже с 20-го, ну, нам заранее разрешили пить, в общем, ну, пробовать, да, там, те, кто в квалификациях находится, я заказала сразу. Я начала пить еще в январе тоже, уехала в Москву. В Москве очень много работала, все мое правильное питание, на которое меня Ира Сербуленко подсаживала и подсадила. Но, ну, так получалось, что, ну, вот не получалось, потому что очень много было работы, работали над инструментом системы, который будет представлен сейчас во второй части. Без видео категорически, когда мы будем во второй части, это прям, вот, говорю заранее, мы повторим об этом еще раз. Вот, и я, значит, нарушала правила еды вообще. Я сначала бегала, взяла с собой кроссовки, потом я пошла на каток, у меня врезалась тетенька, я сильно упала, повредила бедро. Мой бег стал не по 5 километров, не по 3, а по километру ходьбы по льду. Вы понимаете, резко падает физическая нагрузка, которая присутствовала до этого. Ну, сразу расплываешься обычно, да, в эти моменты. Рядом с моим отелем был узбекский ресторан, там было мясо, которое я не ем вообще, плов, очень вкусный, с салатом и с лепешкой узбекской, вечером, с бокалом вина. Ну, представляете, отмена бега. И ничего жрать, а не есть просто по вечерам. Я боялась, приехав домой, встать на весы, их поломать у кого-то. У нас поломались весы, но, к моему удивлению, минус 3,5 кг энергии. Вот то, что я отметила, знаете, дети Советского Союза, помните Мишки Гамми, которые выпивали эликсир? Я себя чувствовала Мишкой Гамми. Вот первая правда, вот вечером не пейте, не, ну, смотря что у вас вечером, но вообще лучше пить с утра. Потому что чувствуешь, что этот прилив энергии, ты идешь к людям, ты действительно на эмоциональном фоне, как сказала Лена, вообще другой. Это, ну, совершенно четко отслеживается. Вот. И сброс веса — это то, что здесь не заявлено, но посмотрите, мы все про это говорим. Вот. И вот, например, молодая внешность, это начиная через 3 недели, ну, ты видишь, что у тебя реально наливается лицо, как будто по-другому, да, меньше крема хочется наносить. Упругое тело без целлюлита, я вижу, что оно уже начало меняться, но идеально к этому пункту можно прийти, если использовать продукт постоянно. Я четко понимаю, я хочу, кто хочет, кто-то будет пить. Да, сколько это пить, сколько хотите результатов, столько и пейте, вот и все. Вот, а мужчина, кто хочет такую жену рядом, супругу? Ну, это вам пейте. Еще говорила Лена Вертинская, скажи, пожалуйста, что это для мужчин, для женщин? Повтори, то, что укажет Лена. Виагра. Это виагра для мужчин и для женщин. Это так работает, это уже тоже по отзывам клиентов. Те и другие хотят еще, так говорят. И люди... сексуальный продукт, да. Вот. Дальше вот эти вот все моменты. Да, ну, первое, что суставы, это тоже то, что чувствуется. Они перестают хрустеть, перестают болеть. И продукт умный, он ищет внутри проблемы, он чинит там все лечит, а потом мы это видим снаружи. И что я заметила на 3-ю неделю, очень сильное было мое удивление. Это, на лице вот мы пользуемся приборами, мы пользуемся Beauty Diamond'ами, Nanogold'ами, Xerox'ами. У нас тюнингом лица вообще прекрасно с нашими продуктами внешне.
Но по телу, так, где нам взять такой же тюнинг, такой же прибор и так далее, да? Я забыла свою серию, которая антицеллюлитная, пользуюсь ей постоянно, ну, мне нравится всегда, для всех частей практически тела, наша на алоэ вера. Я стояла в Одессе, у меня чемодан 40 килограмм, и так, перевес, ну, короче, в общем, такие штуки, да, девочковые. Я кремом не пользовалась для тела, который делает кожу шелковистой, иногда там каким-то там другим. Что я заметила, на третью неделю я прикасаюсь, у меня тело другого качества. Вот как лицо становится вообще, вот кто заметил, да, тоже. По ощущениям по телу. Вот вам, пожалуйста, вот то, о чем говорила Ира. Не прикрывая потом своего тела, чтобы оно соответствовало, дотягивало до того, что с нашими продуктами можно реально в 60 выглядеть на 30. То есть думать об этом изнутри заранее, в принципе, это транслировать людям. Это на 60, на 30 были приборы, теперь хочешь изнутри чувствовать себя так же. Пожалуйста, вот тебе welcome, наши продукты по здоровью и все. И полный вперед. И мы продукты своего продукта, это тоже не стоит забывать. И еще, все процедуры, которые мы делаем, я тоже говорила, хочу повторить. Вот, ну, извне, да, они не будут работать настолько хорошо, как капли, которые мы принимаем внутрь. То есть в синергии они будут работать идеально. Поэтому я всем рекомендую попробовать не меньше 3 месяцев. Это курс для приема витаминов любых, для того, чтобы вы действительно увидели хороший результат. Спасибо. Спасибо, Ирина.